Да. Да, короче, мы сегодня вместе снимаем Снежка и Суит. Не. Я не Суит, я Ли, Суверен. Пофиг. Короче, ребят, сегодня я наконец-то выпускаю наш сериальчик «Способ выжить». Да, кидайте пони-коды, есть еще время. Еще есть время. Не боитесь. Короче, в общем-то, да, начинаем. Сорян за посторонние звуки. Сразу. Итак, начнем. Жили однажды три пони на свете. По-своему хороши были. И вдруг в один прекрасный день началась история. История о грозной и страшной войне. В общем-то, так все началось. Девочки спали в своих комнатах. Они были в общаге, да, в общаге. Каждая комната, отдельно, все. Все по строгу. Все, я встал, я пошел, короче, жрать. Готовим. Ребят, сорян. Наконец-то. Утречка, утречка. Слава Селесте, солнце зашло. Лето, солнце, жара, я пошел. Пора жрать, готовить. Пора идти себе кофе делать. Спустя несколько, короче, часов или минут, короче, они пожрали, короче. Можно войти? Блин, мне опоздать на Спустя несколько часов пробежки. войти? Можно, можно, конечно, проходите. Да, блин. Фу. Я пожрал, я пожрал. Ну вот мы и поели, теперь можно и, короче, поспать еще немножко. Ня. Короче, ребят, это типичный день Элили до съемок видео. Да, это мой типичный день до съемок видео. Лето, солнце, жара, лето, солнце, жара. Наконец-то эта конференция закончилась. Всем привет, девчат, что делаете? Я с конференции пришел. Солнце, жара, какая конференция. А я сплю, я адекват, я сплю. Релакс. Попила кофе, все нормально. Пошла на пляж, короче.
Вечером меня не ждите. Ага, как же не ждите? Как раз в час дня ты придешь только. Сейчас только 11. Тебе будет лень там все делать, типа загорать, и ты придешь, короче. Гениально! Вообще не говори. Через несколько секунд на нас появятся какие-то странные амулеты, мы заснем, короче, вообще. Сразу спойлерим, короче, да. Да. Все нормально. Башкарики. Короче, несколько часов, короче, да, короче, нет. Короче, она пришла с пляжа. И все, короче, хватит, короче, подлиннее будем. Эй. Не спрашивайте ничего, там никого не было. На пляже холодно, вода холодная. Почему лето такое жестокое? Я, короче, пошел. Искупнуться в холодной воде было не лучше. Да не говори! Вообще! Ой, ну я ж сказал, что ты придешь. Ты говорила, что до вечера меня не ждите, все такое. И, в общем-то, вы мне поспать не дали. Да. Прикол, я с воздуха встал. Короче, подлиннее, все, я пошел. Наконец-то я принял душ и высушился. Пора, короче, кофеёк заваривать, печеёк. Короче, ужинать, обедать точнее надо. Эй, подожди. Подожди! Вон. Я не в теме. Пойду чаёк попью. Сорян, ребят, у меня сейчас экран выключился. Реально вот говорю прям честно. Блин. Не, ну по реалии я это вижу. Да. Мне отражается, что ты не видишь экран, я же его вижу. Ты, кстати, мышкой двигаешь? О, всё. Нет, у меня вообще это выключился, он не включается. Ай, придется этот момент вырезать. Наверняка. Я разберусь с этим экраном. Хочу. О, включается. Прикольно. Да, ребят, сорян. Прям как раз рот был открыт. Сорян, ребят. Stop messing with my voice! Fly. She got butterflies on her rump, silent in the pack. You think she's scared to react? No! She's just mapping her plan of attack. Flutter like this. Flutter like that. Everything she loves.
but don't get it twisted. She's got the connections, every animal enlisted, bucking with her style. Yeah, what you bucking for? Did you go and forget that she rolls with this? Girl, yeah, she's sweet like a kitten and oh so nice. She fierce like a lion when she bring that spice. What you say to them, girl, when them haters try? I'm leaving. Goodbye. She's got flavor, best behavior. You got a bad mouth, expect no favors. Hot to trot, swaying them hips, step off her hooves. Mind your lips. She's got flavor, best behavior. You got a bad mouth, expect no favors. Hot to trot, swaying them hips, step off her hooves. Mind your lips. Let's do this. Girl, work that fame. Let's leave. Girl, work that fame. Do this. Girl, work that fame. Let's bring. Girl, work that fame. Now flutter. Что это было? Это была магия. Я обожаю петь. Хоть у меня нет Кити Марки, но я обожаю петь. Что это такое? Серия сериала «Способ выжить». Надеюсь, для вас она выдалась смешная и немного такая замысловатая. Потому что иногда слова отставали. Да, слова отставали. Это было придумано. Поэтому сразу ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если кто еще не подписан.
Всем манес дофига, всем удачи и пока. Попрощайся, Лерка. Чё, зависла, что ли? Ладно, Лерка, значит, зависла, всем пока.